Здравствуйте, меня зовут Кузиева Мадина Абдусалимовна. Я работаю врачом-стоматологом. Общий стаж моей работы составляет 23 года. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о твердых зубных отложениях, или, говоря простым народным словом, о зубных камнях. Очень часто обращаются пациенты с жалобой на кровоточивость десен или неприятный запах изо рта. Одной из многих причин таких патологических явлений может быть твердые зубные отложения, которые откладываются вокруг шейки зуба, давят на слизистую оболочку и тем самым вызывают различные патологические процессы, нарушая кровообращение слизистой оболочки полости рта. Конечно же, у любой проблемы есть решение, да? Пугающе не звучало это слово, там, зубные камни или твердые зубные отложения. Решение этой проблемы в современной стоматологии есть и очень даже давно. В чем состоит решение этой проблемы? Решение этой проблемы состоит в том, что вы как минимум 2 раза в год должны обращаться к вашему врачу-стоматологу за профессиональной ультразвуковой чисткой зубных отложений, твердых зубных отложений. Обязательно после чистки рекомендуется сменить вашу зубную щетку на новую, желательно средней твердости, средней жесткости, и обязательно покрытие ваших зубов фторлаком для того, чтобы запечатать открытые чувствительные дентинные канальцы. Спасибо за внимание.